Да, разглядел я сейчас, у него там какая-то железка от рабицы, что ли, торчит. Сейчас будем делать операцию. Будем удалять, выдергивать. Но для этого его надо по-любому стреножить. Все равно укол делать. Фунтик. Ну ничего страшного. Ты же кабан. Он уже хочет сбежать отсюда. Но у тебя ничего не получится. Пока мы не сделаем укол, не проведем операцию, ты никуда не денешься. Итак, что нам понадобится, к примеру, чтобы сделать укол или прививку, или лекарство ввести для огромного кабана? Вы думаете, он добровольно-принудительно разрешит себя в жопу ужалить? Для этого я был в магазине специальном, специализированном для сельхозживотных, и купил универсальный для массовых прививок шприц тип Шилова. Вот он. Сейчас приготовили мне лекарство. И сейчас кабана мы стреножим. Специально вот такой шприц, он набирается, длинная система. Вот он, аппарат имени Шилова называется. Он когда только видит, что я засуетился, специальную на ногу ему ловушку делаю, он прям сразу хозяина разлюбил прям 5 секунд. Но добровольно он себе не даст жопу ужалить, это 100%. Я, кстати, всякие придумывал приспособление для стреноживания кабана. Ну вот самое лучшее — это вот трос автомобильный такой широкий, чтобы его не травмировать. И вот он уже все, он уже понял, что ему в кирдык, я его закрыл. Он уже начал жаловаться. А уколоть по-любому надо его, прививочку сделать небольшую. Вот он уже лежит, уже недовольный. Фунтик, что, прививочку по-любому надо сделать. Ну что ты, мой маленький. Вот уже задышал тяжело. Уже понимает, что ему сейчас с ним что-то будет происходить. Ну, он где-то минут 5 побесится. Сейчас мы его за заднюю ногу поймаем. И только после того, как он упадет на бок, только после этого будем делать прививку. Но это дело он очень сильно не любит. Хотя вот в природе кабан терпит боль космическую. Может, и без ноги, и полтуловища у него пострадавшие. И все равно он... Ну, боль не чувствует. А этот аристократ, он прям сейчас шприц увидит, ему сразу плохо станет. Будет сознание терять, да, Фунтичек? Ну, ничего страшного. Это все ради тебя только. Да. А так он хитрожопый спрятался и не выходит. Специально дверь открыли, чтоб он вышел. И тут же на ногу ему петлю. Все, прививку только сейчас сделал. Не получилось заснять, конечно. Тут он вызывал и полицию, и милицию, говорит, и Гринпис. Спасите, помогите, меня убивают. Все тут же, давай его жалеть. Вот, все. Вышел. Тут же упал в свою любимую лужу. Я его искупал. С ноги, короче, выдернул. Там небольшая какая-то заноза была. В дикой природе он бы даже на эту занозу внимания не обратил. Так что вот рекомендую, кто хочет животному укол сделать, аппарат имени Шилова. Хотя даже с ним очень проблематично. Мы его минут, наверное, 10 пытались замучить, уложить. Он ни в какую не хотел ложиться.